звук, эфир, картинка, фон, свет, штатив, микрофон. Все успеть, отснять, свести, записать и донести. Интервью, сюжет, реклама, гости студии, программа. Выезд, время, задний план, диктор, камера, экран. Век высоких инноваций, технологий, скоростей. Вам желаю оставаться на вершине новостей. Репортажи острых, сильных, интересных, позитивных, новых рубрик, тем, идей и проверенных вестей. Быть рейтингом выше каналов центральных, спонсоров нужных, актуальных, коллег, креативных, поменьше реклама. ТНТ «Березники», шестилетием программа. В поэзии Раисы Абударовны отчетливо звучат нотки Бродского, но только о нас, о телевизионщиках. Поздравительные стихотворения продолжают сыпаться в наш адрес. Передаю слово Наталье Гнединой, нашей следующей участнице. Она работает кадровым специалистом, а в свободное время пишет стихи. Благодаря нашему конкурсу ее поэтическая тетрадка пополнилась новыми строками. Любимый ТНТ, ты словно свет в оконце. Благодаря тебе я в курсе многих дел. Пройдет ли ураган или будет в небе солнце, ты зрителей своих предупредить успел. Прошел ли фестиваль или выставка Шарецкой, ты нам, березниковцам, доступно рассказал, что городок Ледовый на площади Советской от хулиганов очень когда-то пострадал. 6 лет ты делишь с нами радости, печали. 6 лет мы с нетерпением ждем эфир. Ты открываешь нам, пусть близкие, но дали. Ты открываешь нам березниковский мир. Удачи всем, кто в дождь, мороз и ветер стоит у камеры и держит микрофон. Успехов вам, родные! Вы заслужили это. Спасибо вам и низкий вам поклон. Если наша работа и вас вдохновляет на поэзию, милости просим. Отправляйте свои произведения на нашу почту. Авторы лучших стихотворений будут награждены сертификатами на суммы от 5 до 14 тысяч рублей от наших спонсоров магазина домашней одежды и нижнего белья Dolce Vita, отдела женской одежды и аксессуаров Great Star, салона люкс оптика Zen Optica и фитнес-клуба Alex Fitness. Итоги конкурса мы подведем уже 3 мая, так что время еще есть.